Каждый год 27 сентября свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и все работники дошкольных учреждений. И сегодня мы расскажем вам о воспитателе, который 46 лет отдавала детям частичку своего сердца и души и воспитала не только 4 замечательных детей, которые тоже стали педагогами, но и не одно поколение ребят. За годы работы у нее накопился богатый практический опыт, много знаний и огромное педагогическое мастерство. Родилась в ауле Игирухайка Шабского района. После 9 класса пошла учиться в Майкоп. Закончила Адыгейское педагогическое училище. Закончила, пришла сюда в садик. Я закончила школьное отделение начальных классов, но места не было в школе. Пришла сразу в садик, меня направили. И с тех пор я работаю здесь. 77-го года, 46 лет стажу. У меня одна запись в трудовой. Со стороны профессия воспитателя может показаться совсем не хлопотной, но те, кто сам пробовал работать в дошкольных учреждениях, утверждают, что их работа требует огромного терпения, физического и психологического здоровья. Я не считаю, что у меня были какие-то сложности. Как-то у меня легко все получалось. У меня были наставники, они мне помогали в первое время. Моими наставниками была Ешева Шевальнуховна, она мне в первое время помогала. Сюхова Светлана, она была заведующая, она постоянно меня выделяла. Когда я что-то хорошее делаю, постоянно меня хвалила. А это подбадривает, когда хвалит, когда хорошее видит. В муниципальном саду Нафисет Каральбевна Афаунова считается старожилом. За время ее работы здесь сменилось десятки сотрудников и поколения детей. В детстве всегда я завидовала учителям. Мне нравилась профессия учителям. В детстве мы играли в школу. Вот с тех пор я полюбила эту профессию. И я работаю здесь 46 лет и ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию. Этот педагог стремится понять каждого ребенка. Она искренне верит, что каждый от природы талантлив по-своему. Нужно лишь суметь это разглядеть и помочь поверить в себя. К советам воспитателя прислушиваются и родители детей. Среди коллектива сотрудников детсада Нафисет Каральбевна также пользуется доверием и авторитетом. Без любви к детям тут не справиться. Если не понимаешь ребенка, то вообще можно не браться. Я принимаю детей с ясельной группы. Ясельная группа держит, нам отдают, и мы держим этих детей 3-4 года. И мы узнаем характер каждого ребенка. Мы знаем уже этого ребенка, как обращаться с этим ребенком, что ему нравится, как можно правильно к нему относиться, как разговаривать. Мы каждую психологию знаем каждого ребенка, и нам легче становится. Своим опытом в деле воспитания подрастающего поколения она с удовольствием делится с молодыми коллегами. За многолетний и добросовестный труд воспитатель неоднократно отмечена наградами районной администрации. Но главная награда для нее, по ее признанию, это доверие родителей, любовь детей и поддержка коллег. И особенно мне нравится работать в старших группах. Там видишь свой результат, там учишь, готовишь к школе. Мы учимся в старшей группе писать, читать, уже решаем несложные задачки, составляем рассказы. С ними легче, там и видишь свой результат. Нафисет Каральбевна, в свою очередь, поздравила коллег с профессиональным праздником. Я накануне праздника я хочу пожелать своим коллегам здоровья, профессионального роста, чтобы у них все было отлично.